Потихоньку. Да, Миш. Кармона только не сумоньте сейчас. Я, блядь, забыл фласки купить и при... Два БДК, что? А то не в танки пойдет. Там же есть попал, плюс у нас еще один отписал, типа, пусть он. Да-да-да, я здесь. Всем привет. Привет, привет. Я погоди. Куплю себе эти припоты, фласки, я позабывал за эту хуйню, сейчас пересуманю. Слайк, что за приколы? Чё с гильдией? Стой. А чё там не собираешь? Давай. Кираси собирается заново собирать гильдию. Чё, рофл, что ли, какой-то? Ну вот, сейчас они там сидят, разговаривают, он собирается заново собирать. Нахуя он меня хуйню? А чё за хуй-то тогда, блядь? Не, нихуя он рофл, блядь. Я это... Пойду, старается... блядь, но я вернусь, если чё. Давай, расскажешься вперед. Постарается, типа, людей вернуть. Такая хуйня. Да мне кажется, после такого народ вряд ли захочет возвращаться. Чё у вас там произошло? Ну, ну, в том-то и дело, что никто не знает. Он, типа, позавчера такой пишет в Дискорд и в гильду, в сообщение, типа, ну, я распускаю гильду, типа, вот это все, и больше никто ничего не знает. Больше, типа, он ничего не объяснял. Я вам так скажу, лично мое мнение, если он распускал, он должен был зайти и объясниться. А не так, что он написал, я распускаю, ничего объяснить не буду. В таком случае, не знаю, лично я не собираюсь возвращаться. По-нормальному собирается собрание гильдейское. Не то, что собрание, он должен был зайти и объясниться перед людьми, с которыми он играл, а не забить хуй и сказать, типа, идите нахуй, я ничего не буду объяснять. Это некрасиво. Ну, собрание, я говорю, что собирается. Приятного. Спасибо. Кстати, приятно подавить. Блядь, какой ты добрый. Вот это ты, блядь, зря, нахуй. Вот это ты зря. Я позову сюда жабу, он тебя съест. Пишите, пока трэш почистим. Ну, Слайк, у нас рог... Бля, релогнусь. Это Слайк, у нас рога в гильдии. Из Рощуга, пиздец, еще тот нахуй. Тут танк, что-то. Трэш. Подаван. Подаван.
каст, ну шо, блядь. О, а здесь маг еще есть. Как, что за спека? Аркан. Арканыч, ты меня слышишь? Маг Аркан, который... Они думают, самые умные могут забить хуй и типа не заходить или что? Нет, там Хилая сказала, и Хира... Ну, Хираси в Дискорде в нашем сидит, Хилая, и там еще Гаунтер. Короче, кто-то сидит в том Дискорде, а остальных... 19 человек, 6 человек нет в этом Дискорде. Ну, считаем Хилаю, и я не знаю, кто из них еще. Я СС, как всегда, на это на друида, да? Там проблер пишет, что не удается понять, приглашение выдает. Бля, маг что ли в диз заходит? Что происходит? У кого-то проходки нет. У убийства, у ханта нет проходки, пишет. А, он просто пишет, проходки нет. Конкуль, ты тут, нет? Думаешь, в гильдисе, в той гильдисе, понял? Не в этом. Думаю, это старый Дискорд. Пригласить члена другой группы.
Так, получишь вас, ты попадаешь. Року хилит сгущенку, а Тойк он ответил, что Тойк ДД. А сгущенка бьет черепа. А сгущенка это кто у нас? Это паладин. А, господи. Команду Яру не забудь дать, кстати. Сгущенка упал. Ну просто вовка повисла. В следующий раз буду мага танчить я магом. Хуй знает, вот меня просто зависла водка и пиздец, я надо сделать применение. Куда свечится? Что-то аркан сдулся, но... Можешь мне вытать сундук, пока я не зайду в него? Ой. Слышь? Первый раз такая шляпа. Первого лома убили и пиздец завис в обок, как будто, блядь. Не знаю, у меня бревно какой-то, не компьютер.
Добро пожаловать в клуб Бревно Компьютер. Да, в том-то и дело, что у меня комп не лагает, ноль нагрузка на процессор, на всю хуйню, а лодка просто зависит, не знаю, что я скинул. Ладно, если бы там, блядь, нагрузило, пиздец. Не отвечает, что ли. Совцуйте меня. Нельзя, да? Ладно, сам. Последнего большого объекта мне. Идем. Да, последнего. Блин, ну сову я... Или кто это? Сову я уже не обгоню. Не понял мне, что подозрительно как-то тихий рейд сегодня. Войс, что ты молчишь. Девчонка, у тебя ДД-спек есть, спрашивает? Ты в Дискорде. Пусть земля будет пухом. Спасибо, жена. Бля, сова, ну тебе повезло чисто, нахуй. Я подхожу. Да, залутали. Ставили. А кто залутал? Кто это себе? Там дохуя их было. Хан залутал. Ну, ему сразу там. Инху, и на меня ничего не упало, не смертельно.
наверное, все под мобов встаньте, чтобы они не чаржились по быстрому объему. По меткам бей. Мак, какой-нибудь дайте стол, пожалуйста. Ставлю. Не, это ПВП, забей. Да. Роману кому, когда ему Геру давать? Без Стасу манить.
репликом с Герой, не? Рокки или ноль проков. Большая просьба. На следующее КД сделайте билд с этим талантом, чтобы 2 секунды КД Сава было висело, пожалуйста. Это не сложно. Что? Ну там есть билд под группой. Ты учишь талант, у тебя в этом ветке первой, короче, на КД, типа вот этой третьей ауры. Ты ее когда включаешь, Сава будет не 4 секунды, а 2 секунды, типа. У всех, кто с тобой в радиусе 30 метров стоит. И просто хрипалом бомбит. Я знаю. Хоты, хоты. Не помню, Рокки, там, короче, я зайду потом на паладина, я тебе скажу точно. Но там есть билд, короче, с... Этот талант, все правильно, Рокки. Там потом... Да. Не про этот. А, вас двоих?
прожмись, прожмись. Сейчас я тебя прожмись. Подаван забирай. Прожмись, прожмись, прямо сейчас прожмись. Бля. Бомжей вызывайте. Лед в КД был. Сало. Любая сова, дайте мне инер. Слева от меня стоит две штуки. Правое плечо от вас. Прожмись, 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 прожмись. А это все, ма. Поставил. Всего тебе хорошего. Нет. Парник, походу, отошел, он не встал еще даже. Сейчас лайк кубистов набрал, не?
Ну, могу подамажить на кубе стоять, пох. Я могу и дамажить, и на кубе стоять. Пошлите трэш чистить. В лужах не стойте.
Нету. Сейчас прибегут. Слева. Там в чат кто-то спрашивает, хочет спектнуться поменять этот. Почитай. Как в тот раз, если надо побегать, похилить у ворот. Моя кровь станет вашей погибелью. Да, да. Освободите меня, и я быть может дарую вам легкую смерть. Давай 10 уж, Славик, чё? Кто засвакает, минус 15 сразу, поэтому будьте готовы. Ну давайте я на куб, только расскажите, что нам надо делать. Там вон Велибор хочет пойти на куб. Ну только расскажите именно, что надо на них делать и все. Ну, в общем, анонс будет. На куб просто надо нажать и стоять, да? Блядь, братан. Объясняю, пока он ищет человека. Вот просто, блядь, он начинает касты, залетаешь на куб, жмешь куб. Ну все, прокастовался, вышел с него нахуй. Все, и стоишь дальше, жмешь. А вон Nexoman сказал на куб, написал. Главное, на нем не останется КД не вешай, все нахуй. Этот, Ченникс, в любом случае, если вдруг у тебя ХП будет просаживаться, я возле ворот бегаю и хилила бы. Вот.
погибелью. Войт, можно перебью? Там Хераси написал, что он не умеет косты сбивать. Так, все. Извини, что перебил. А, Войт, мне кого хилить? Все, поняла. Не умер. Да, я поняла. Thank you.
чуть не успела до него дойти. Я похилю Лока. Совой. Хэпал топовый. Року, кинь частицу на нон-спида и стань под жопу к боссу. Хиль танка и нон-спида. Я похилю Луну и Ромб. Блять, это я. Да, это кружок. Я повис. Нет. Бывает, чё. Зашёл. Самодовольный глупец. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Thank you.
Я без тареснул. Ну, чтобы одну цель не резать. Без тареса. Ты слышал меня, Року? Под жопу к боссу станешь, будешь хилить частицы нон-спида и держать танка. Я подержу луну и ромб. Понял. Да не, это не я. Что я кто из нас? А кто на этот раз? Сука, словил куб. В смысле еще минус 15? Я прожимал. Начинаю. Да не идет на тебя все. Там вроде Луна до этого писал, что вроде на кубе стоит босс, я не знаю, что-то такое было. Блядь, давай я встану туда, мне это не мешает. Ну просто... Не-не-не, я сейчас нормально поставил босс. Даже там он куба не касался этот босс. Назад и да. Блять, я стоял локом на луне, нахуй. Босс стоял хвостом, нахуй, в кубе. Я прожимал, у меня не было вообще проблем, нахуй, типа. Там позиция охуенная стоять, кстати, луна. Лучше, чем, нахуй, на треугольнике, если в дамажик пить. Давай я встану на звезду. Я могу встать на звезду, со звезды видно, кто не прожимает. Вообще похуй, там видно сразу.
Да-да-да, у меня есть. Хорошо. Нарар не покинул бабу. Я случайно нарар не на бабу кинул. У нас демон есть, не? Моя кровь станет вашей погибелью. Так я жал, он сразу ушел. Так он дальше ушел, у меня способности все, типа, далеко был. Ромбик, да-да-да. Ну, он спит и подавал. Тебя и Велибора знаю. Слав, скажи моим копиям, чтобы они ушли нахуй. О, они съебались. Ебать, опять вот было опасно. Да-да-да.
Проверять, я думаю, не надо. Кто? Кто? Ну это, скорее всего, что-то с луны, нахуй. Бля, я говорю, давай я встану, нахуй. Если ему там что-то мешает, ебать, давай я туда встану. Да. Мне нихуя никогда там не мешает, типа. Там уже камеру можно повернуть, чтобы похуй на босса было вообще. Из-под низу ебануть по кубу, да. В чем проблема? Может, я что-то не понимаю? Ну. Ну, раз сейчас тип, блядь, ну, я хуй знает. Я тебе говорю просто, если бы я, допустим, стоял на звезде, я бы видел, кто не прожимает. Ну, я тебе могу 100% сказать, что... Ну, в смысле, ну, не умеет. Он до этого жал. Ну, блядь, я хуй знаю. Ну, в смысле. Тут хуёво не показывает, да, кто это? Кто полученный урон по союзникам из-за кубанов? Ну, было бы вообще полезно.